Что вы можете сейчас сказать о состоянии той жизни Белоруссии? Ведь мы же славяне. Ну, вы знаете, конечно, изменения коснулись всей республики. Ну, я вам скажу, что это пока у нас самая спокойная республика из всех, которых мне приходилось быть. Мне приходится везде ездить, и пока у нас более-менее спокойно. Конечно, с обеспечением пока хуже у нас, пока, но у нас более-менее стабильно пока, слава богу. Она мне даже, Алена Сергеевна, такой один анекдот рассказал о терпимости белорусской нации. В общем, там она сказала даже слова, что, ну, немного черный юмор, когда, говорит, повесили трех русского, украинца и белоруса, все, говорит, уже все, а белорус, говорит, живой, у него спросили, а как же ты, говорит, сутки провезем, говорит, претерпелся. Нет, ну, в принципе, конечно, нация, конечно, отпечаток какой-то дает обязательно, потому что люди очень спокойные у нас. Меня поэтому, может, и привело в Беларусь. Я столько лет уже живу, там около 40 лет живу в Беларуси. Поэтому мне нравится народ, и он, в принципе, мало изменился. Хотя люди немножко сейчас стали, отношения людей друг к другу стало намного хуже, чем было у нас. И мы ностальгически вспоминаем даже старые наши времена. То, что ушло. Отношения, то, что ушло. То, что мы потеряли, и, может быть, даже надолго, пока это вернется. Ну, судя даже, если верить словам правительства Ванги, СССР якобы возродится в 2000 каком-то году. Будем надеяться, хотя и другой есть вариант, наоборотный весь. Я думаю, что будет все к лучшему, конечно. Мы, наверное, славяне и живут надеждами всегда.